Всем привет, это игра Клондайк, и это обновленный Клондайк, который я играю на маленьком уровне. Заехала сюда, решила немножко покормить своих животных, чтобы они расчищали. И они удачно поели. Обратите внимание, раньше такого не было. Сейчас у нас здесь есть сундук. Конечно, жалко мне тратить энергию на это дело, но иначе я до него не доберусь. Так, моя дамочка будет долго бегать, да? Собирать. Ну уж простите. Так, я открываю доступ. Вы знаете, раньше на песне ветра, когда я такое чистила по два удара, подали энергетики. Сейчас уж ты не замечаю. К сожалению. Итак, сундучок. Готовы? Если что, 209 и 10 энергии. Это если что. Ну, запомнить просто. Открываем. Денежка, энергии. Ух, энергетиков сколько. Это они для того, чтобы было чем чистить острова. Это здорово. Прикол в другом, что сюда я ехала вообще не за ними. Сюда Лена ехала за рельсами. У меня достигся 25 уровень, и мне стала доступна железная дорога. Придется мне еще раз ехать. Ладно, что поделать. Так, нет, надо выложить то, что есть, ненужное. Это, ну, конечно, нужное, но не настолько, как рельсы и энергетики. Раз, два, три, так, 28. Ха, и ничего толком не заберешь, потому что оно все больше, чем надо. Хорошо насыпалось. Значит, будем делать несколько поездок. Заодно, кстати, мне здесь воды не хватило. Домой. Я, конечно, не смогу сейчас еще достроить. Это будет только почти. Я смогла, конечно, добиться себе, собрать все ресурсы, рельсы, но мне не хватит еще 10 брус. Не, у меня есть задание на брус, я делаю его, безусловно. Но у меня параллельно еще шифер идет задание. Сами понимаете, так. А эти работяги, я их только нанимаю. В игре все время не сижу. Наняла. Три штуки почистили. Наняла. И то себе я играла только здесь, туда, конечно, бы у меня расчистка проходила бы быстрее и все такое. Ну, это у меня дополнительно, как бы, для... Только вот я фактически записываю здесь, чтобы вам показать изменения. Ну, естественно, вы видите, как я играю, и... Нет, я не говорю, что именно мой вариант игры самый правильный. Ну, я считаю так. Мне сегодня еще предстоит записать видео по Клондайку, где я хочу скупиться у себя в Одноклассниках, потратить эти красные, прекрасные камушки. О, надо убрать. Так, выбрать. Это мы что? Взяли. Так, и туточки. Выбрать. Где мы выбираем? Странно, я вроде где-то здесь пиляла. Нет. Ну, значит, выберем так, чтобы как-то углубляться. Вот этот возьмем. Есть. Так, отправляемся. Что у нас? Много еще рельсов? 4 рельса привезти. А мне вообще хватит? Или не хватит? Пока есть, но уже немного. А, вода. Кстати, я ж там деревья посадила. Так, не проходим мимо. Угу. Вода. Поехали.
спалить сразу, в первую очередь. Интересно, такой сундучочек еще будет, или это была единразовая акция? Между прочим, я сейчас сделала только что ерунду. Я не потратила энергию. О, рельса все, да? А я еще могу их делать, или у меня закончила их делать? Мне ж, по-моему, мало. А, я железо еще не привезла. Вот я плохая. Недогадливая. Ладно, мне все равно еще энергетики вывозить. 8, 6 и 2. Раз. Два. Так. Ага, еще вон тут пух нарисовался у меня. Ладно, домой. Сейчас потрачу энергию, потом вернусь сюда за рельсами. Вообще, мне очень сильно нужен уже код. Где наши скидки? Я жду скидки. Так, надо потратить энергию. Срочно. Срочно потратить. Чушь, она не накапливается. Так. Конечно, вот такое в идеале, но мы сейчас ставим за цель брать не качество, а количество. Мне нужно открыть все 4 острова. Поэтому как-то так. Качество будет потом. И явно не здесь. Так. 29 есть. Так, где мой компаньон ходит? Так и не ставится. У него уже 200 с чем-то собралось. Возможно, ему помощь не нужна, хотя очень странно, конечно. Ай, 39, а сейчас будет 42. Открываем. Я прекрасно понимаю, как только я закончу расчистку этого острова, пооткрываю все, у меня будет 36 уровень. Это 100%. Раз, открыли. Так, что мы здесь хотим забрать? Прям так, чтобы очень. Во-первых, я не знаю, все ли я вижу. Раз, я уже начинала открывать. Вот еще не видно. В тумане. Походу, тут уголок надо тоже открыть на всякий случай. Ну. Да, я, конечно, сейчас открою, потом посчитаю количество камней. Если их достаточно, значит, я нашла все. Если нет, то надо еще открывать дальше. Так. Тут кусочек, что у нас тут? Кто его знает? Зачем я сделала 32? Кто знает? Я не знаю. Так, ладно. Сейчас мы уберем один удар где-нибудь. И попробуем все пооткрывать. Ага. Есть. Открываем. Что эти острова еще, что на них можно возвращаться. И это здорово. Так, главные подарочки. Сейчас сможем опять яблочки поставить, растить. Это прекрасно. Еще чемоданчик. Я думаю, сейчас должен уровень закончиться. А ну, удивите меня. Давайте новый уровень. Есть. Уже 212. Да, неплохо, конечно. По изумрудам. Были бы сейчас акции, было вообще шикарно бы. Так. Проверю, сколько. О, витражная собралась. Тоже некий неплохо. Любит, по-моему, 1350, да? Ага, не хватает одного еще. Где-то я не открыла один сундук.
где-то в тумане. А вот я его вижу. Так, тихо. Сменить. Вот он здесь. Комби. Блин, жалко, не открывается. Все. Кстати, сейчас будет 150. По-моему, конечно, поступить очень разумно. Смотрите, сейчас 157. Так, это помощь ведь остается. Какая разница, на каком острове. Все. Теперь надо вернуться на остров. На второй, на первом нету. И убрать уголь, если есть. А он таки есть. Прекрасно. Все. Я еще и уголек забрала. Уголь в игре нужен, поэтому в путь. Это уже четвертый остров. Стоп. Нет, подождите. Давайте посмотрим, что побольше здесь есть. Вот 35, например. Еще мне еще возвращаться на песню ветра, если что. Сейчас энергию потрачу и вернусь на песню. Так, это сколько? 16. Угу, 35. 35. Все, у меня максимум очков. Компаньон, проснитесь. Мы вас ждем. Причем с нетерпением. Ладно, я пока дальше не чищу. И, между прочим, там помощь я отменю. А поставлю на этот остров. Мне вроде как нужнее. Раз, два, три, четыре, ну как-то так, пять, ну, пока так поставлю, если что, потом переставлю, пусть хоть что-то поможет, и то хорошо. Ладно, я домой, с расчисткой я пока все. Вот мне что-то надо было туда. А, все, вспомнила. Мне осталась еще одна рельса. А мне на нее не хватило одного железа. Короче, не одно железо. Я туда еще завезу. Раз, два, три, четыре. Есть. Железо я завезла. Так. Ну и так вот завезла. Все, чтобы было. Поехали. А я обратно вернусь. Ну еще да. Ну, с поездками надо закругляться временно. Или садить пшеницу. Как вариант. Сейчас как-то не получалось, если честно. Так, берем рельсу и по шпалам. Тихо, где же она? Ага, она на первой. Рельса. Энергетики. Ай-яй-яй. Все не заберешь. Не съем, так понадкусываю. Если не смогла взять, съела. Конечно, в идеале чистить дальше тут, но пока они посидят самостоятельно. Энергию влаживаем в другое дело, во временный остров. Так, сейчас надо посмотреть, может, у меня коллекции есть. Если есть коллекции, я сейчас их поменяю. 8 бруса.
все равно брусьев еще надо. О, сколько. Было бы хорошо, я бы начала делать тогда жабок. Так, раз, два, два банта. Ого, 10 пусть будет брус. Печалька, мне хватает медальончиков. Да и не только медальончиков. Ну, 3 бруса это уже не 10, правда? Правда. Так. Если мне осталось изготовить один брус по заданию, это мне не интересно. Так, тут у меня что? Тут у меня еще 2 жести. Ну, как-то так. А жесть у нас будет через 4 часа. Так, пойду потрачу эти 30 энергии с умом на новый остров. И видео будем заканчивать в ожидании накопления энергетиков. Так, 36, 16 и 16, это 32. Ну и еще чуть-чуть, и можно будет делать покупку. Так. Я понимаю, что это не та игра, где, как я вот в Одноклассниках, я жду компаньона, когда он придет, не трачу, не делаю перегруз по помощи. Тут я ждать не могу, у меня не все так все здорово, как хотелось бы. Тут у меня, если есть, я трачу. 35. Я не думаю, что компаньон должен обижаться, это он должен ставить, помнить. Любой компаньон должен помнить, помощь надо ставить. Так, 29. Так, и на этом я пока остановлюсь. Все-таки вдруг он появится. Я так понимаю, что он смотрит мои видео, мой компаньон. Возможно, это он посмотрит, взойдет и поставит помощь, как вариант. А у меня одна штука осталась, я поставлю сейчас пшеничку, посажу себе. Пока есть как-то так. Ну и на этом видео будем заканчивать. Всем большое спасибо. Так, надо потихонечку я удобряю и сажу по одной штуке кофе, потому что потом будет задание на кофе. Всем большое спасибо за просмотр. Ой, у меня добавилось 2 соседа. И это радует. Бля. Так, и я хотела отдать животным добыча. Ой, яблоки еще ж посадить. А делов тут, конечно. Ого, сколько. А меня ждут одноклассники с островами. Я там только 15 или 16 штук почистила. Это очень мало. А мне надо дочистить хотя бы, чтобы полностью шкалу наполнить. Осталось еще 9 дней. Ну, на каждой игре свои задачи. Здесь вам показать начало игры и показать, что в принципе даже не на очень большом уровне возможно пройти эти острова. Реально возможно. Вы видели, что компаньон у меня появился не сразу. Да, он мне помогает. Я ничего не могу сказать. Он мне чистит тоже по чуть-чуть. Но все-таки у него тоже не такой большой уровень, он тоже не всемогущий. У него такие же фактические возможности, как у меня. Да, у него немножко получше, он не стал ждать скидок, или как раз были скидки, у него уже есть сани покруче, и мне надо охотиться за кашей, как мне все время ее делать. Растить пшеницу, на это тратить энергию ему не надо, уже у него есть рыба. И при помощи рыбы он кормится. Но я считаю, что за полную стоимость покупать себе современные сани я не готова. Даже если, как говорится, этот экспериментальный у меня аккаунт, и все равно даже в этом случае я таких вещей не делаю. Я считаю, что изумруды надо тратить как-то так, с экономией, чтобы на больше хватило. Тогда в итоге у вас будет всего и много. Но, конечно, не сразу. А на этом все. Пока-пока.